Коттедж должника вскрывали приставы и специалисты МЧС. Ивановец задолжал крупную сумму – около 7,5 миллионов рублей. На его имущество был наложен арест. В акте описи указано 15 позиций, в том числе мебель, компьютерная и бытовая техника. Имущество было передано супруге нарушителя на хранение. Женщину предупредили о возможной уголовной ответственности за сокрытие и порчу арестованного. Долгое время приставы пытались проверить сохранность имущества, но двери не открывали и повестки игнорировали. В итоге попасть в коттедж сотрудники службы судебных приставов сумели только по разрешению суда и силовыми методами. Мы туда попали, мы проверили сохранность имущества и были еще арестованы предметы мебели. Должника, естественно, есть пока время для того, чтобы оплатить задолженность. В противном случае данное имущество будет передаваться на реализацию.